задачи, которые стоят перед районным августовским педагогическим советом. Это оценить действия с учетом накопленного опыта и полученных ранее уроков, определить векторы развития, скорректировать планы с учетом сложившейся на сегодняшний день ситуации. 25 августа команда управления образования Курагинского района приняла участие в краевом августовском педагогическом совете в онлайн-формате, где прозвучал доклад министра образования Красноярского края Светланы Маковской на тему «Образование 2020 плюс управление качеством в условиях изменений». 28 августа состоялся районный августовский педагогический совет по видеоконференц-связи. С наступающим Днем знаний педагогов поздравили глава района Владимир Дученко и председатель районного совета депутатов Любовь Заспа. С докладом выступила руководитель управления образования администрации района Татьяна Цыпушникова. В этот же день были организованы подключения к площадкам образовательных сессий по вопросам современного качества образования, содержания и реализации национальных проектов. Наш педагогический совет состоял из трех частей. Это традиционный доклад руководителя управления образования, поздравления педагогов и молодых специалистов. И третья часть нашего педагогического совета – это проведение методических объединений и различных площадок, в которых участвуют педагоги нашего района. Если бы традиционный августовский педагогический совет прошел в привычном формате, то на нем бы чествовали ветеранов и добрыми улыбками встречали бы выходящих на сцену молодых учителей. В нашу школу традиционно придут в этом году молодые специалисты – учителя физической культуры, учителя начального образования, биологи, учителя русского языка, которые пополнят контингент наших педагогических работников. 1 сентября школы района откроют свои двери для всех, а вот торжественные линейки будут организованы только для первоклассников и выпускников. Уважаемые родители, дети, мне хочется сегодня вас всех поздравить с началом нового учебного года. Пожелать вам прежде всего здоровья, успехов, творческих каких-то начинаний. Я думаю, что учебный год у нас не будет таким напряженным, каким он был в прошлом году. И мы с вами достигнем всех тех результатов, которые поставлены перед нами Федерацией и краевым образованием.